крутится все быстрее, стали звезды на год взрослее. Привет! 30 января 2012 года, видеоблог. Сегодня замечательный праздник, замечательный повод, поэтому этот видеоблог будет поздравительным. Сегодня день рождения нашего хорошего товарища, вы все его знаете, у Проктолора. Поэтому, такой тост, такой повод, такой праздник. И, не мог я пройти мимо этого человечища, мимо этого, гуру, мимо этого умища, который просто взрывает этот город креативом. И поэтому, хочется и присоединиться к празднованию, и пожелать, потому что сегодня много будут желать и будут всю неделю, уверен, будут всю неделю подарки, пожелания, поздравления, звонки, смс, имейлы, что там еще есть, всякие там месседжи. Чувак, ты родной для меня человек. Я не знаю даже, кем бы я был, если бы не ты, или наоборот, кем бы ты был, если бы не я. Просто ближе человека у меня нету. И поэтому я тебе желаю, не оставайся таким, как ты сейчас. Все-таки двигаться надо дальше, чтобы мозги, чтобы креатив, он просто лился рекой на головы, рекой такой, знаешь, рекой вонючка на головы этих пидорасов, которые мешают нам жить в этом славном городе. И мы обязательно доживем с тобой, чувак, до тех славных времен, когда мы сможем записать вот такой вот приятный, хороший видеоблог, где мы будем рассказывать о том, что мы сделали, что мы увидели красиво в этом городе. Чувак, еще один год, отличный год прошел, может быть, с некоторыми какими-то мелкими неудачками, но с другой стороны, посмотри, как растет твое детище и вокруг то, что происходит вокруг тебя приятного. В общем-то, старик, я присоединяюсь ко всем поздравлениям. Надеюсь, я первый такой задвинул тебе тост, такое поздравление. И, собственно, давай уже время, пора поднять бокалы и отпраздновать. С днем рождения, док. Пока.